Егор Борисов встретился с молодыми госслужащими. В исполнительных органах власти Якутии работают 790 чиновников возрастной категории до 35 лет. Руководитель региона обратился к своим собеседникам с наставлениями и советами, призвал их твердо отстаивать интересы родной республики и всей страны, разъяснять основные направления политики крупнейшего региона, досконально знать свою отрасль, на вверенном участке работы брать на себя ответственность, дипломатически реагировать на конфликты. Молодые специалисты, начинающие государственные служащие, учатся и при всем при этом приводят свою ленту в эти дела. С другой стороны, есть много проблем, много вызовов, и особенно это связано с возвращением доверия людей к органам власти.